Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Адарния Прадхан Мантриджи, парам дост, апка свагат хэ, хардик свагат хэ, апку дэхна сэ муже бари хуши хэ. Официальные разговоры у нас состоятся завтра. Апчарик бакчит каль хонны вали хэ. А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. Ну, вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. Так как храна, вы апне апме эк бхот бада хусика, авсар хота хай, ор мужи апне апне ghar пар нимантрит кия, ор аж ки шам, хам саат ме гаппе маре, исли апне тай кия. इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Народ Индии голосовал именно за этот принцип. И я уверен, и я вы посвятили всю свою жизнь. आपकी बात सही है. मैंने मेरा वन लाइफ वन मिशन है मेरा देश. Да, вы правы, у меня только одна цель это народ Индии.